следующая наша участница. Добрый день, меня зовут Анастасия Джумухадзе. Раньше я работала на телевидении, в том числе телеведущей. Сейчас я ушла в собственный бизнес и занимаюсь пиаром. С того момента, как я ушла из телевидения, у меня начались некоторые проблемы со здоровьем, и я достаточно сильно прибавила в весе. Это меня абсолютно не устраивает. В первую очередь я хочу наладить свое здоровье, а потом уже, конечно, быть красивой и нравиться себе. Я надеюсь, что за эти 3 месяца у меня получится сделать себя такой, какой я вижу себя своим внутренним взором. Нравиться себе и одеваться в красивую, привлекательную одежду. Анастасия у нас девушка очень боевая, очень яркая, уверена в себе. Она публичный человек. Достигатор. Достигатор? Да. Человек, который ставит большие цели, амбициозные, достигает их. Интересный нюанс. Вот такие люди, достигаторы, они многого добиваются в социальной сфере, но даже для самых сильных еда остается слабым звеном. За едами. У меня очень много таких случаев в моей терапевтической практике, когда женщина достигла просто невероятных высот в бизнесе. Она управляет командой из 400 человек. И она говорит, что она может добиться всего. Но на ночь ей нужно съесть конфетку. Сто. Еще недавно было 66. 115. Ну и теперь самое главное. 117. Ну и финально надо, конечно, взвеситься. Это неправда. 105,7. Мне надо это произнести вслух.